приходи на кастинг-шоу «Холостяк в Клину». Подробности по телефону 588-70. Продолжим коротким обзором новостей. Горячая пора у сотрудников Госсанэпидтехнадзора. Именно в летние месяцы выявляют и штрафуют тех, кто организует несанкционированные свалки. С начала года наказали рублем более 100 юридических и физических лиц. Общая сумма штрафов – 3 миллиона рублей. Фермеров, садоводов, огородников и сельхозпредприятия перепишут. С 1 июля стартует всероссийская сельскохозяйственная перепись. В Клинском районе 12 участков, на них будут работать 75 инструкторов. Цель переписи – получить полную информацию о продовольственной отрасли страны, собрать сведения о личных подсобных хозяйствах и в результате наметить перспективный план по развитию сельского хозяйства в условиях импортозамещения. Началась официальная избирательная кампания и выдвижение кандидатов на выборы. Они пройдут 18 сентября в единый день голосования. Выбирать будем депутатов Московскую областную и Государственную думы.